Доброго дня! Я вітаю вас на черговому засіданні нашого вільного університету. І сьогодні в нас друга лекція з математики. Перша в нас була минулою весною, і це була лекція з геометрії. А сьогодні в нас довгоочікувана лекція, тому що ми чесно скажемо, що ми довго чекали лектора, потім в нас там були всілякі несподівані пригоди, але нарешті ми дочекалися. І в нас в гостях Павел Бархаєв, науковий співробітник Харківського інституту низьких температур, кандидат фізико-математичних наук, і ми будемо говорити про теорію ігор. Ну, власне, чому ми давно шукали лектора, і ми, це, мабуть, ну, не перша, але одна з небагатьох лекцій, де тему шукаємо, ну, визначаємо ми і шукаємо під неї лектора. Зазвичай в нас лектори читають на власний розсуд. А саме через те, що теорія ігор дуже важлива в сенсі розуміння взагалі того, що відбувається навкруги нас. Тому що теорія ігор, вона нам допомагає розуміти і економіку, розуміти і стратегії життя, розуміти ще багато чого. І люди, тобто, ну, я стикалася з тим, що люди не розуміють навіть найперших таких найпростіших термінів, типу, що таке гра з нульовою сумою, що таке гра з ненульовою сумою, що таке взагалі гра. Тому що я, наприклад, стикалася з тим, як вам не соромно називати такі складні речі важливі грою. Тобто, чому ми їх називаємо грою? Що це таке, ми сьогодні про це поговоримо, і я сподіваюся, що це для вас пройде з користю. То, як завжди, я зроблю коротенький анонс, ми ще достеменно на лютий не визначилися, я вам тільки можу сказати, що 2 лютого в нас лекції не буде, це не через нас, це форс-мажор, бо тут буде проходити школа соціальних посередників. А 9 лютого в нас за планом лекція Дмитра Миколенка, це історик, кандидат історичних наук з університету імені Каразіна. І теж буде тема дуже така актуальна, тому що ми з ним поговоримо про режим Салазара, про, ну, тоталітарний режим, про португальський фашизм і, власне, які паралелі, які уроки ми можемо зробити, так сказати, цього кейсу. Ну і не буду більше вас затримувати, передаю слово Павлу Бархаєву. І нагадую, що в нас буде, ну, буде в режимі питання-відповідь, і тільки говорити в мікрофон. Тому я залишаюся тут. Сообществом с таким широким кругом интересов. Вот. Мы сегодня поговорим немножко про математическую теорию игр. Вот. Я в этой теории не являюсь, сразу вот скажу, специалистом, это не моя область. Вот. Но я рассказываю об этом студентам, вот, и поэтому вот, постараюсь предложить вам какое-то очень элементарное введение в эту теорию игр. Вот, если для кого-то оно покажется слишком элементарным, вот, заранее прошу прощения, вот, но я старался сделать так, чтобы это было интересно для максимально широкого круга людей. Вот. Ну, что я сегодня хотел бы рассказать, а на самом деле обсудить с вами, потому что формат монолога я не очень люблю, вот, в том числе и на лекциях студентам, мне больше нравится формат диалога. Поэтому, да, вот, если у вас возникают вопросы, пожалуйста, сразу задавайте. Вот, а также я буду время от времени тоже привлекать вас к обсуждению. Вот. Что я бы хотел обсудить? Ну, во-первых, я бы хотел обсудить действительно какую-то базовую терминологию, вот, что такое математические игровые модели, вот, какие игры бывают, вот, ну а дальше, что теория игр может, математическая теория игр, вот, а чего от нее ждать не стоит. Вот, это раз. Во-вторых, я хотел бы обсудить несколько, на мой взгляд, интересных игровых моделей, вот, из которых можно сделать какие-то более общие, на мой взгляд, интересные выводы. Вот. Ну, вот такие
Ну, попробуем сначала определить, что такое игра. Если пытаться дать совсем общее определение, вот, то игру можно сформулировать как конфликт интересов, вот, который развивается в рамках некоторых заранее заданных правил. Вот. Ну, такое очень-очень широкое определение. Вот. Ну, а математическую теорию игр можно сформулировать как раздел математики, в котором исследуется модель принятия решений в условиях конфликта. Ну и, как правило, предполагается, что каждая из сторон конфликта действует в собственных интересах. Вот. Можно отодвинуть. Угу. Ну вот если опираться на такое широкое определение, вот, то здесь можно еще добавить, что в игровых моделях решение участникам, игрокам нужно, как правило, принимать в условиях определенности, не, наоборот, в условиях неопределенности. Вот, когда игроки обладают только некоторой частичной информацией, вот, о ситуации, ну а именно, вот, они обладают информацией о том, ну это, собственно, это уже правило игры, вот, о множестве возможных игровых ситуаций, вот, о множестве тех действий, которые могут совершать они, могут совершать их партнеры, вот, и увеличение выигрыша. Вот, который можно получить, применяя то или иное действие, попадая в ту или иную ситуацию. Вот. Как говорил классик, что что наша жизнь игра, вот, если мы дали такое определение, вот, то можно согласиться с классиком. Вот, ну и такое определение позволяет находить игровые модели практически в любой сфере человеческой деятельности, вот, практически в любой науке. Вот. Поэтому можно сказать, что еще охарактеризовать математическую теорию игр как прикладную математическую теорию, вот, которая находит применение как в экономике, вот, так в промышленности, в строительстве, торговле, сельском хозяйстве, биологии, вот, в таких, казалось бы, неожиданных науках. Вот. Если мы теперь переходим к математическому моделированию игровых ситуаций, ну, а конкретные игры мы чуть позже рассмотрим и промоделируем, то основные вопросы, которые при этом возникают, это следующие три. Ну, по крайней мере, я бы выделил следующие три. Вопрос первый. Определить принципы оптимального поведения. Второй вопрос. Когда мы эти принципы определили, то в рамках этих принципов доказать существование решения, то есть показать, существует, показать, что оптимальное поведение существует, ну, или же наоборот показать, что такого поведения не может быть. Вот. Ну, а после вопросов существования всегда возникает вопрос нахождения. Вот. Хорошо, там решение есть, но как же его построить? Если мы работаем уже с конкретной ситуацией, вот, то для того, чтобы описать игру, нужно сделать вот такие минимум три действия. Вот, это перечислить игроков, перечислить стратегии для каждого из игроков, определить выигрыши игроков в каждой стратегии и ситуации. Вот, ну и как результат мы получаем некоторый формальный математический объект. Вот. Ну вот давайте посмотрим, как это работает на очень-очень простом примере. Вот такая игра. Два игрока. Вот. Один игрок. Да, ну, у каждого кучка, своя кучка монеток. Вот. И игра происходит следующим образом. Первый игрок берет монетку из своей кучки, вот, и кладет в какую-то руку. Второй игрок должен отгадать.
какую руку он положил монетку. Отгадал, получил монетку. Не отгадал, отдал монетку из своей кучки. Вот. Ну, как это можно формализовать? Вот. У каждого из игроков есть два варианта действий, ну, которые мы будем еще называть стратегиями. Вот. Ну, либо положить у первого игрока в правую руку, либо в левую руку. Соответственно, у второго игрока указать на правую руку, указать на левую. Вот. После того, как произошел этот набор действий, первый загадал, второй отгадал, мы можем оказаться в одной из четырех ситуаций финальных. Ну, то есть, первый применил стратегию А1, второй стратегию Б1, или А1, Б2, или А2, Б1, или А2, Б2. Вот. Ну и каждой такой ситуации соответствует пара выигрышей. Выигрыши игрока А и выигрыши игрока Б. Ну, выигрыши игрока А, очевидно, вот такие. Да? То есть, если, вот, например, вот это лично, правая-правая, он проиграл, минус один. Правая-левая выиграл, правая наоборот. Да. Левая-правая выиграл, левая-левая проиграл. Вот. Все то же самое, только с другими знаками для игрока Б. Вот. Вот. Этот набор, естественно, удобно представить в виде таблички. Вот. Правая-левая, правая-левая. То есть путь это будет для первого игрока, это для второго игрока стратегии. Вот. А это результат для первого игрока, вот. А это для второго. Вот. Ну, либо же, вот, если математически, то в виде двух матриц. Вот. Либо же можно заметить, что на самом деле для описания этой игры достаточно одной матрицы. Да? Вот. В качестве этой одной матрицы можно взять любую из этих двух. Ну, например, первую. Почему? Потому что вторая из нее получается заменой знака, да? в каждой компоненте матрицы. Вот. Также можно заметить, что если мы сложим эти матрицы по компонентам, то мы получим матрицу, состоящую из нулей. Вот. Что говорит нам о том, что это частный случай так называемых игр с нулевой суммой, вот, который характеризуется тем, что выигрыш одного из игроков равен проигрышу другого игрока. Вот. То есть их интересы прямо противоположны. Ну и поэтому еще такие игры с нулевой суммой называются антагонистическими. Вот. То есть антагонистические – это игры с противоположными интересами. С прямо противоположными, лучше так сказать. Вот. Хорошо. Ну, мы к этому примеру еще вернемся, когда будем обсуждать, как анализировать игры. Вот. А пока вот следующий пример. Это игра, всем известная, «Крестики-нолики». Вот. В чем она вот, существенно отличается от предыдущей игры? Вот, в предыдущей игре вот, вся игра происходила за один ход. Да? Один загадал, второй отгадал. Вот, ну, стратегии тоже, соответственно, одноходовые. Вот. Это игра многоходовая. Вот. Ее развитие на самом деле удобно, по крайней мере, в первом приближении, представить не в виде матрицы, а в виде некоторого дерева. Вот. Ну вот если требуется ли прокомментировать слово дерево? Хорошо, да. Вот. Вот есть корень. Да? Дерево нулевая ситуация. Вот дальше первый игрок, пусть он ставит крестики, вот может поставить крестик либо в центр, либо в угол. Ну, еще могу поставить сюда, вот, но здесь эта ситуация не рассматривается, поскольку она заведомо невыгодная для первого игрока. Вот.
Дальше мы смотрим, например, он поставил в угол. Вот, как может ответить второй игрок? Вот, он может поставить нолик сюда, сюда или в центр. Вот. Ну, все, остальные ответы либо симметричные, вот, либо опять-таки невыгодные, поэтому анализируются. Вот. Ну и вот так, так у нас растет это дерево. Ну, если мы, конечно, если бы мы строили полное дерево, оно получилось бы существенно больше. Вот. Ну, мы знаем, что эта игра простая. Вот, и точно можно определить, вот, дойдя до конца, кто же из игроков выиграет. Вот. Ну, а на самом деле, если каждый будет играть сильнейшим образом, то будет ничья, мы знаем. Да. Вот. Но оказывается, что от вот, представления игры в виде дерева можно перейти к представлению в виде матрицы. Вот, подобно тому, как мы сделали до этого. Вот. Для этого нам нужно в качестве стратегии принимать вот целую ветку. То есть, прошу прощения, тут нужно уточнить, на самом деле набор веток. То есть, по стратегии мы понимаем следующее. Каждый из игроков заранее решает. На первом шаге я пойду вот так. Далее, если мой противник ответит так, то я отвечу так, если так, то так. То есть, когда он вот заранее для себя это продумывает, это называется его стратегией. Вот. Тогда каждую пару стратегий можно точно так же оценить некоторым исходом. Этот исход либо выигрыш первого, либо выигрыш второго, либо ничья. Вот. И мы получим матрицу игры. Вот. Но только эта матрица будет очень-очень большой размерности в итоге. Поэтому вот в многошаговых, многоходовых играх, вроде крестиков-ноликов, а также вроде шашек, шахмат, вот, представление в виде дерева оказывается более экономным. Хорошо. Третья игра, которую я хотел бы обсудить, вот, ну и представление, которое отличается от двух предыдущих. Игра такая. Есть круглый стол. Вот, и есть монетки одинакового радиуса. Пусть будет одинакового достоинства. Вот. Игра состоит в следующем. Два игрока по очереди выкладывают монетки на стол. Есть два ограничения. Нельзя положить монетку очередную так, чтобы она перекрывала какую-то из монеток, лежащую уже на столе, вот, ну, пусть даже частично. Во-вторых, нельзя положить так чтобы, ну, на край так, чтобы она упала после этого. Вот, вот есть два ограничения. Выигрывает тот, кто положил последнюю монетку. Ну, то есть, когда противник не сможет положить монетку, не нарушая правила. Вот. Ну, естественно, вопрос, кто в такой игре победит. Здесь, очевидно, количество стратегий бесконечно, да, потому что стол можно рассматривать как подмножество R2, вот, да, вот, ну и тогда, соответственно, у нас континуум стратегий. Подмножество R2? Подмножество плоскости, да. Вот. Хорошо. Ну, на самом деле, эта игра имеет очень простое, вот, ну, я бы сказал, изящное решение. Вот, к этой игре мы тоже еще вернемся. Вот. Ну и, наконец, да. Да, ну, а формализовать в виде матрицы, соответственно, уже не получится. Вот. Ну и четвертую игру, которую я хотел бы предложить к рассмотрению сегодня, вот это классическая игра «Дилемма заключенного», с которой, возможно, вы знакомы. Вот, игра формулируется так. Есть два преступника, которые совершили одно и то же преступление. Вот, их арестовали. Вот, и полиция предлагает им
Да, их рассадили в разные камеры, вот, и полиция предлагает им пойти на сделку, то есть сознаться в преступлении и сдать товарищам. Вот. Ну и возникают такие варианты. Вот. Если один из преступников пошел на сделку и заговорил, свидетельствует против второго, вот, а тот не стал так поступать, вот, то первого освобождают, вот, а второй, вот, получает некоторое максимальное в данной ситуации количество лет лишения свободы. Вот. Ну, если наоборот, то очевидно, ситуация симметрична. Вот. Если оба они пошли на эту сделку с полицией, вот, каждый из них свидетельствует против другого, то они каждый получают вот некоторое среднее число по 3 года тюрьмы каждый. Вот. Если же они не согласились, вот, то оба проведут по 1 году в тюрьме. Вот. Это такой очень показательный пример игры с непротивоположными интересами как раз. Вот. Эту игру точно так же можно представить в виде таблицы или матрицы. Вот, вот такой. Да? Ну, буква Г это говорит, буква М это молчит. Вот. Это выигрыш первого, это выигрыш второго. Ну, выигрыш наказания. Вот. Выигрыш или проигрыш, не важно, каким словом называть. Вот. То есть говорит каждый по минус 3. Говорит, молчит, тот, кто сказал, получил 0, этот получил 5 лет. Ну и наоборот. Вот. И если оба промолчали, вот по минус 1. Ну, точно так же можно представить это в виде двух матриц. Это выигрыши первого, это выигрыши второго. А вот в виде одной матрицы уже такую игру невозможно представить, потому что мы потеряем часть информации. Вот. Вот мы можем посмотреть, что суммы не равны нулю. Ну и более того, не равны одному и тому же числу, потому что если бы они были равны, там, скажем, не нулю, а 5, но все, это было бы то же самое, что они были бы равны нулю. Вот. Так, хорошо. Это пример так называемой бесколлиционной неантагонистической игры. И к этой игре мы тоже еще вернемся через короткое время. Вот. Игры можно классифицировать по множеству признаков, вот только некоторые принципы, некоторые из признаков. Ну, во-первых, по количеству игроков. Игроков может быть 2, может быть N, может быть бесконечность, а может быть еще такая интересная ситуация, вот, которую условно можно называть 1,5 игрока. Вот, это когда мы играем с природой. Вот. То есть с чем-то информацию о поведении чего вот, информации мы не обладаем совершенно. Вот, и о мотивах действия никакой информации у нас нет. Вот. По характеру интересов. Вот, это как раз игры с нулевой суммой или без, например, можно поделить. То есть антагонистические нет. По количеству ходов. Да, можно одношаговые игры, можно многошаговые игры, которые часто можно свести к одношаговым или с бесконечным числом шагов. Вот такие тоже игры интересно рассматривать. По тому, как много стратегий у нас есть. Вот мы видели игры конечные. Это вот первая игра на угадывание, игра крестики-нолики. Да, это множество с конечным количеством стратегий. Ну и последняя. И с бесконечным. Например, третья на игра с монеткой. Вот. Ну, а также можно еще классифицировать вот игры, в которых присутствуют случайные хода, вот, только или только личные хода, или смесь тех и других. Ну, здесь. Извините, можно? Я просто да. Не могу не сделать ремарку. У нас вот когда была игротека. И мы играли в такую чудесную игру «Колейка», тут все были просто в восторге. Эта игра по очереди
при социализме, польская игра, ну про польские очереди, ну можно сказать, что и про наши. И вот по поводу наличия случайных ходов, есть там такой совершенно замечательный ход, когда магазин закрывается на переучет, например. То есть вот ты стратегию продумываешь, и вот товар-то лежит, и вот ты уже стоишь, и ты уже, так сказать, стратегию просчитал, а тут бабах и переучет, и вся твоя стратегия, ну это опять же, это небольшая... Да, Лёш. Я договорила. Просто возник такой вопрос, если один из игроков обманывает, это вкладывается в одну из стратегий или это случайный ход? А что значит обманывает? Ну, то есть, если, например, он в тех же самых, что там у нас было, монетки взял и незаметно одну забрал монетку и положил свою, к примеру. Ну, мы считаем, что есть некоторый набор правил, вот, которому игроки должны следовать, вот, и не нарушать. Вот, если правила запрещали вот такое действие, вот, то, естественно, в мат-модели это действие не рассматривается. Вот, если разрешали, то это в рамках правил, то есть тогда это одна из стратегий. Вот, так действовать. То есть, все определяется правилами. Продолжаем. Если еще привести примеры таких игр, то, ну, например, вот покер – это пример смешанной игры, да, вот, потому что есть случайная раздача карт, вот после этого есть некоторые личные действия. Шахматы, шашки – это пример чисто личных игр, вот, когда ничего не определяется случайностью. Вот, там, например, рулетка, вот, чисто случайная игра, если мы возможные махинации крупье не принимаем во внимание. Интересно, вот. А спортивный бридж, где потом пересдаются карты и переигрывается с картами соперника? Ну, там все-таки есть элемент случайности, или это можно рассматривать? В любом случае, поскольку есть колода карт, которая тасуется, то есть мы получаем некоторую случайную последовательность изначально, то это в любом случае получается смешанная игра. Вот. Хорошо. Ну, теперь перейдем к инструментам анализа игр. Вот, и начнем. Это вот я напомню. Да. Вот. Принципы оптимальности. Вот один из возможных принципов оптимальности, вот, на который ориентироваться при анализе игр, это равновесие по Нэшу. Вот. Как его можно сформулировать? Вот. Пару стратегий А и Б, ну то есть это способ действий первого игрока, Б способ действий второго игрока. Пусть у нас пока игра двух игроков. Вот. Мы будем называть точкой равновесия игры или решением игры, или парой оптимальных стратегий. Вот. Если ни одному из игроков не выгодно отклониться от своей стратегии, если второй не отклоняется. Вот. Вот такое интересное определение. Ну и тогда, другими словами, такая стратегия будет обеспечивать в среднем наибольший возможный выигрыш в данной игре. То есть, что это означает? Если игру мы будем повторять очень-очень много раз, вот, то в среднем мы тогда будем получать максимально возможный выигрыш. Вот, да, ну и, это, кстати, стоило сказать и раньше, вот, в игровых моделях мы всегда исходим из того, что наши противники как минимум столь же умны, как и мы, вот, ну, то есть на самом деле мы всех игроков мы представляем идеально умными, вот, а возможные, да, ошибки не, в расчет никогда не берем, вот, равно как и элементы там случайности в их действиях. Вот.
Вот. Если мы определили теперь этот принцип, вот такой принцип оптимальности, то, конечно же, нам интересно, а всегда ли можно, согласно этому принципу оптимальности, найти решение игры, то есть найти такую пару стратегий, от которых отклоняться невыгодно. Вот. Ну вот давайте этот вопрос исследуем на простых примерах. Вот я немножко модифицировал игру выгадывания монетки. Ну вот тоже табличка 2 на 2. Но только выигрыши будут другие. Ну, что это будет означать? Если право-право, то я отдал свою монетку. Если право-лево, то никто никому ничего не отдал. Вот, если лево-право, то я получил монетку. Вот, а если лево-лево, то я целых две монетки получил. Вот. Вот, получается, я модифицировал вот эти два элемента. И что мы тогда получаем? Вот давайте смотреть. Если пара стратегий, ну я правда уже написал, что они есть, и даже написал какие. Ну, давайте пройдем по всем стратегиям, чтобы понять, что это, что вот эта пара стратегий L, P, она действительно оптимальная, и от них невыгодно отклоняться. Вот смотрите, допустим, первый выбрал P, ну правую руку, второй выбрал правую. Тогда первый проигрывает монетку. Тогда очевидно, что ему выгоднее отклониться, а да, вот сюда, и тогда он будет выигрывать единичку, да, а не проигрывать. Соответственно, эта пара, вот эта, она не является равновесием. Хорошо, тогда, возможно, вот эта пара является равновесием, вот это, смотрим сюда. Значит, теперь первому невыгодно отклоняться, если он отклонится, он получит минус единичку, а если второй отклоняется от этого варианта сюда, да? Что тогда? Он тоже проиграет больше. Вот. Значит, и второму невыгодно отклоняться. Ну, тогда вот получается, действительно, вот эта ситуация является равновесной. Ну, давайте проверим, что другие не являются равновесными. Значит, вот эта ситуация. Лево-лево. Да? Первому невыгодно отклоняться, он получит 0. Вот, а зато правому... Зато второму выгодно, да, сюда отклоняться, он тогда проиграет всего одну, а не две. Вот. Ну и эта ситуация, здесь очевидно, каждому из них выгодно отклоняться. Да? Вот. Первый отклонится, он выиграет две, второй отклонится, выиграет единичку. Вот. Так. Вот игра, в которой существует оптимальное решение. Теперь вернемся к исходной игре в загадывание монетки, вот она, где только минус единички и единички. Что здесь? Ну давайте проверять всех по очереди. Право-право. Вот. Если первый отклоняется, выигрывает больше. Неинтересно. Право-лево. Вот. Что здесь? Здесь, если второй отклоняется, было минус единичка, он выиграет единичку. Неинтересно. Лево-лево. Вот эта пара. Здесь интересно первому отклониться. Да? Если он выберет право вместо этого, то он выиграет единичку. Ну и наконец, вот право-лево. Здесь второй. Если отклоняется, то вместо минус единички выиграет единичку. Ну, никаких равновесий нет. Ну это очевидно, да? Вот, если я буду все время загадывать какую-то одну руку, да, вот, мой противник это быстро вычислит, вот, и будет туда, будет указывать, вот, и я буду постоянно проигрывать. Вот. Так. Хорошо. Тогда возникает вопрос, как же так? Равновесия нет в этой игре, что ж, никакого решения нет. Вот. И как тогда действовать? Ну, вот, я предлагаю обсудить, как действовать. Что? Отбирать монетки силой. Отбирать монетки силой. Это будет другая игра. Да, мы нарушаем правила игры. Ну, тут, видимо, надо работать не чисто математика, а еще и работать на психологию. Потому что надо выбирать не просто случайный,
А вот это еще учитывать психологию, потому что есть такие, ну это известная вещь, что человек неправильно воспринимает вероятность. Вот. И если, так сказать, этим манипулировать, я думаю, на этом можно. Но это не чисто математическое решение, так сказать, потому что тут можно выбрать есть такое. Хорошо, хорошо. Да. Я думаю, что тут можно будет привнести элемент случайного выбора. То есть перед тем, как выбирать правую и левую, игрок кидает монетку, если орел выбирает правую, если решка левую. В таком случае его выбор будет случайный. Да. И тогда не сможет под него подстроиться второй партнер. И он как минимум 50% выиграет. Согласен. А давайте, давайте еще, еще тогда, может быть, обсудим, почему условно других вариантов нет. Вот смотрите. Допустим, я придумываю такой алгоритм вот, для себя, вот я первый игрок, вот, что я, например, каждый второй раз кладу в левую руку, каждый второй в правую руку. Вот. Ну, допустим, все время меняю по очереди. Вот. Каждый второй, я имею в виду по очереди это действие. Вот. Почему так не может работать для меня? Быстро да, быстро вычисляется. Хорошо, если я усложню, вот, но это будет все равно какой-то алгоритм. Все, точно так же, да. Если это конечный алгоритм, да, то он просчитывается за конечное число шагов. Поэтому, конечно же, у меня другого выхода нет, использовать вероятности. Вот. А если мы используем вероятность. Я просто хотела сказать, что при использовании вероятности у нас выигрыш, по-моему, к нулю сводится. Потому что загадывается это по очереди. Да, у нас на самом деле будет, конечно же, ничья, да, вот, потому что здесь все симметрично. Вот, то есть это игра, в которую невозможно. Выигрыш будет ноль, да, в среднем. Если каждый будет именно бросать монетку, да, ведь можно выбрать и другое вероятностное распределение, да. Вот, например, такое вероятностное распределение, которое такое, чтобы, например, на правую руку припадала, получалась 1/3. На вторую руку 2/3, да? Ну, например, я не знаю, мы бросаем какую-нибудь треугольную монетку, вот, и две грани означают... Кубик. Грани, да. Да. Например, две грани на один, четыре грани на другую. Да. Ну, 4-2 распределим, да, вот. Это даст нам не нулевой результат тогда, в итоге, вот. Да. Ну и это приводит нас на самом деле к вот такому общему выводу, что в тех играх, которые можно, конечных играх, вот, которые можно описать в виде матрицы, если мы не находим решение вот, в терминах элементов матрицы, ну или другими словами, в чистых стратегиях. Вот, то нам нужно искать решение в области так называемой смешанных стратегий, вот, которые именно так определяются, как, уже, да, как случайные величины, значения которых являются стратегией игроков, вот, чистые стратегии игроков. Вот. То есть, ну, вот. Если бы это была общая матрица, вот, здесь набор стратегий, здесь набор стратегий, мы каждый из этих наборов применяли бы с некоторым вероятностным распределением. Вот. Это смешанная стратегия. Ну вот и оказывается, и это замечательная знаменитая теорема Нэша, что любая конечная игра с нулевой суммой вот, всегда имеет решение. Вот, то есть всегда найдется пара стратегий, вот, которые удовлетворяют вот тому исходному принципу. Если один отклонится в одностороннем порядке, то он выиграет меньше. Вот. Значит, вот решение всегда существует. Этот результат был получен в существенно более общих предположениях. Джоном Нэшем где-то там в 47-48 годах. Вот, ну и
Только в 1994 году по совокупности своих работ вот, и фактически по экономическим приложениям этих работ вот, он получил Нобелевскую премию. Вот. Ну, а фильм «Игры разума», вот, я думаю, что я думаю, смотрели многие. Вот. Как мне кажется, очень симпатичный фильм получился. Вот. Да. Вот эта теорема, это на самом деле центральный результат в области конечных игр. А для игр с нулевой суммой здесь других результатов и не может быть, потому что вот принцип оптимальности, который мы сейчас сформулировали, он здесь единственный. То есть все остальные, вот, это просто пересказ того же самого. Все остальные мы сейчас вот еще один сформулируем чуть позже. Да. Теперь, если вернуться вот к матричному представлению и решению игр в чистых стратегиях, оказывается, вот это очень интересно заметить, что есть такой класс игр, который называется игры с полной информацией, которые всегда решаются в чистых стратегиях, то есть для которых не нужно привлечение вероятности. В частности, что очень интересно, вот шашки и шахматы – это именно игры из этого класса. Что это означает? Что если мы для них выпишем матрицу, вот, проанализируем эту матрицу, то мы можем найти ту самую пару стратегий, которая является оптимальной. Вот. То есть теорема Нэша нам говорит о том, что есть такая пара. Вот. В чем же сложность? Здесь мы приходим к вопросу применимости. То есть мы знаем, что существует. Вот. Ну, приходим к вопросу применимости. Проблема в том, что количество стратегий просто чрезвычайно велико. Если мы начнем выписывать матрицу, давайте прикинем, какого размера она будет. Вот. Очень-очень грубо. Ну, вот смотрите. Первый ход белых. Сколько вариантов у нас есть? 16. Ну, 16 пешки, да? И по два хода конем. Да. 20. Ничего мы не забыли? Ну, кажется, ничего. Да, 20. Дальше черные могут ответить 20 вариантами. Точно так же. Итого исходов 20 на 20, 20 в квадрате. 400. Да, 400 уже. Вот, дальше ход белых. Количество вариантов выросло. Ну, пусть будет это все те же 20. Вот, и так далее. После того, как каждая из сторон сделала 10 ходов, мы с вами получаем число порядка, поскольку это все умножается, 20 в 20. Вот. Что уже очень даже немало. И каждая из них это отдельная ветка вот в том самом дереве, которое мы рисовали в крестиках ноликов. Да? То есть здесь мы точно так же можем рисовать такое же дерево. Будет корень, от него 20 ответвлений, от каждого ответвления вот свои 20 плюс вариантов и так далее. Вот. То есть все замечательно. Теорема Нэша нам говорит, что ребята, в шахматы играть неинтересно, вот у них есть пара стратегий, вот, которые являются решением. Вот. Но пока мы не обладаем достаточными мощностями, вот, чтобы их найти, в шахматы играть все-таки интересно. Вот. Ну, а шашки более простая игра, но и шашки тоже невозможно таким образом решить. Вот. Хорошо. Теперь я хочу вернуться к игре вот со столом. Там, где мы выкладываем по очереди монетки. Вот. Если есть идеи, как такую задачку решить? Да. Есть ли выигрышные стратегии как такие? Да. Если человек обладает незаурядными математическими способностями, он может просчитать количество монет, ну как, кстати, ходов и так далее, и просто пропустить начать ход. Тогда человек может второй просто попасть под этот расчет. Ну, то есть разделить площадь стола на площадь монетки, там сколько получается, количество монет.
У меня вопрос, а можно класть монетки неплотно? То есть, вот, можно. Ага, можно. То есть вот мы это не можем просчитать изначально. Все равно там дополнительная монета не появится. Не, не в этом дело. Если мы будем класть плотно монетки одну к одной, тогда, грубо говоря, площадь стола, деленная на площадь монеток. Мы знаем количество, которое мы туда можем плотно упаковать. А если я могу делать пропуски, эти пропуски произвольные, а там имеет значение, скажем, четное, нечетное количество монет. Ну, все очень просто. Там четное количество монет, понятно, кто первый, ну, кто первый, кто второй. Нечетное аналогично. Если делать пропуски, то непонятно, мы в итоге получим четное или нечетное количество монет. Вот, как мне кажется, в этом сложность. Но на самом деле, если объединить сказанное, то решение уже почти... Ну, кто почти, объединит? Почти найдено. Нет, двигать нельзя. Микрофон, Леша. Положили. То есть надо, наверное, там, где ближе к концу, вот подогнать под эту четность-нечетность. Ну вот смотрите, да, четность-нечетность, да. А может ли участник во время игры пропустить ход? Нет, не может. Ну вот ты можешь пропустить ход нельзя, но ближе к концу ты можешь сделать так, когда ты видишь... Регулировать плотность монет. Ну да, регулировать плотность монет так, чтобы твой соперник не мог положить последнюю монету. Ну смотрите, вот чем замечателен круглый стол? Ну или чем замечательный круг? Нет углов, ну, кстати, это мы сейчас можем обсудить, да, насчет нет. Вот верно ли то же самое, если вместо круглого стола у нас квадратный стол? Легче просчитать, гораздо легче просчитать количество монет на столе. Если несущественно. Несущественно, да. А что в обеих фигурах замечательного, вот, что на самом, ну, что даст нам сейчас решение? Хорошо. Да, если расположить по спирали, то тогда можно приблизительно посмотреть как. Ну, со спиралью непонятно, смотрите, у нас соотношение радиуса стола и радиуса монеток не дано, то есть считаем, что оно произвольное. Вот, как там эти спирали будут закручиваться, сколько у нас их поместится, непонятно. Вот. Ну, решение очень простое. Вот, я не знаю, это подсказка вот или нет. Можно располагать монеты на расстоянии чуть меньше диаметра монеты друг от друга. Так, это максимальное возможно расстояние между ними, которое нельзя блокировать монету. То есть у нас увеличивается радиус монеты почти в два раза. И тогда мы рассчитываем минимальное количество монет, которыми можно покрыть стол, зная их площадь. Ну да, но опять-таки, поскольку мы не знаем ни конкретные радиусы, ни соотношения, вот, то нам сложно привязываться к количественным характеристикам. То есть здесь... Ну, у меня только одна идея – регулировать четность-нечетность в конце. Да, это фактически оно. Вот. Но, есть... ну, и я предлагаю вернуться все-таки к вопросу, чем замечателен круг есть, ну, и квадрат. Есть, центр симметрии. Да. Так, Леша, в микрофон. А дальше? Дальше не знаю. Думаю, знаете, потому что уже вы все сказали. А дальше по радиусу, что ли, выкладывать? Смотрите. Вот. А дальше зеркально повторять ходы своего соперника? Да. Именно. Вот. Вот есть такое, ну, мне кажется, достаточно изящное. Красиво, вот, да. Решение у этой задачки, да. Вот. И действительно, здесь ничего не зависит от количественных характеристик. Вот. Важно только симметричный.
Вот. Ну, почему я еще привел этот пример? Это тоже пример игры с полной информацией. Вот, когда заранее можно в итоге описать, кто выиграет и, вот, какая выигрышная стратегия. Вот. Ну и, наконец, я хочу перейти к анализу дилеммы заключенного. Вот смотрите, если мы будем опираться на признак оптимальности Нэша, вот, то есть на равновесие Нэша, что мы с вами получим? Где эта точка равновесия будет? Ну, вот анализируем эту ситуацию, говорит, ну и на самом деле вот сразу же мы ее и получаем. Почему? Значит, если первый пытается отклониться, то есть он молчит, а второй продолжает говорить, то первый получает 5 лет. Невыгодно, значит, первому невыгодно отклоняться. Второму точно так же невыгодно отклоняться. Если он начинает молчать, вот, то он получает 5 лет вместо 3, значит, ему это тоже невыгодно. Значит, вот это у нас точка равновесия. Проверяем все остальные. Ну, эти мы только что фактически проверили, потому что в них невыгодно отклоняться, значит, из них выгодно. Осталось проверить вот эту точку, минус 1, минус 1. Давайте посмотрим. Если первый отклоняется, начинает говорить, то он выходит, вот, значит, ему это выгодно. Ну и второму точно так же. Да? Вот, если второй начинает говорить, то он вместо года получает 0. Вот. Значит, обоим выгодно тоже отклониться от этой точки, и точка равновесия вот она. Но это равновесие с точки зрения индивидуальных эгоистичных интересов. И при этом каждый в итоге получит по 3 года. Вот. Но с точки зрения коллективных интересов, очевидно, что вот эта ситуация для них гораздо более интересная. Вот. Но она неравновесная. Из нее каждый будет стремиться уйти, если мы будем повторять эту игру множество раз. Ну, собственно, вот поэтому эта игра и содержит слово «дилемма». Вот. Ну, и, наверное, модель в какой-то степени объясняет, вот, почему в каждой стране так много оружия и почему мы до сих пор не долетели вместо этого до Марса. Да? Ну, это вообще прекрасная игра, но она действительно часто встречается в литературе, часто обсуждается. Вот тут вот у нас присутствует Константин Задорожный, который преподаватель биологии. Он тоже, наверное, может много чего сказать по этому поводу, потому что вот тут вот эволюционные стратегии, так сказать, есть понятие эволюционно-стабильные стратегии, о том, что действительно не всегда стабильные стратегии являются наилучшими, и вот как раз эта игра, ну, она просто является прекрасным примером, да, вот именно, и применение теории игр в жизни, и вот этих вот дилемм, которые у нас возникают, вот, и собственно, прекрасным примером игры с ненулевой суммой, о том, что действительно, и кстати, вот одно, можно я пару слов не о математике, а об обществе? О том, что это, кстати, игра, прекрасный пример того, что общество платит налог на недоверие. То есть если в обществе низкое доверие между его членами, да, то тогда понятно, что все будут придерживаться равновесных стратегий. То есть равновесная стратегия в данном случае заключается в том, что мы не доверяем партнеру. То есть мы думаем, что он поступит эгоистически, нас пробросит и выиграет благодаря нам. Вот. А для того, чтобы получить наилучшую стратегию, тут надо доверять партнеру. И вот это прекрасный пример того, что доверие в обществе, оно, в общем-то, потом, ну, вполне монетизируется, вполне, в общем-то, исчисляется деньгами, только вот как раз не в выигрыше тоже, но еще больше в проигрыше. То есть мы платим за то, что мы не доверяем нашим партнерам. Спасибо. Так, ну а вот еще давайте я бы хотел обсудить, что вот это такое, чем характеризуется эта точка. Вот, ну, это пара стратегий. Да. Да, но это то, что мы уже сказали. Оказывается, она является вот чем.
Если мы рассмотрим другой принцип оптимальности, который называется оптимальностью по Паретто, вот, и который можно сформулировать так. Это такое состояние, ну, набор стратегий, вот, при котором, ну, от которого невозможно отклониться, не ухудшив состояние какого-то из игроков. Вот. То мы видим, вот, что это именно это именно состояние оптимальное по Паретто. Вот. То есть, как бы мы ни пытались отклониться по одному или вдвоем, вот, мы не можем это сделать так, чтобы кому-то не стало хуже. Вот. Ну и да, вот с точки зрения гуманности, оптимальность по Паретто гораздо более интересное свойство и гораздо менее оптимальности. Да, и гораздо менее достижимое. Вот. Да. Ну и чтобы еще раз тогда подчеркнуть разницу оптимальности по Паретто и по Нэшу, оптимальности по Нэшу, вот, ни один из игроков действия самостоятельно не может увеличить свой выигрыш, а во втором, даже действуя вместе, они не могут увеличить, но теперь уже общий выигрыш. Вот, ну, так, чтобы всем стало еще лучше. Вот, не делая так, чтобы кому-нибудь стало хуже. Вот. Ну и еще хочу отметить, что вот теорема Нэша, вот, о существовании решения, вот, опять-таки, в частности, работает и для бескоалиционных конечных игр, вот, и для таких игр, как дилемма заключенного. Вот. Ну и завершить я бы хотел одной, на мой взгляд, очень интересной и поучительной игрой, над которой вот, стоит поразмышлять. Вот я предлагаю это сейчас всем вместе сделать. Игра такая. Ну, два игрока. Вот. Играю следующим образом. Изначально есть три кубика. Шестигранные, вот, не раскрашены, без разметки. Вот, и числа от 1 до 18, которые на эти кубики нужно нанести. Три кубика по 6 граней каждый, 18 граней, вот, и числа можно, соответственно, наносить каждое ровно один раз. Вот, то есть повторяться нельзя, соответственно, пропускать нельзя. Итак, ход игры такой. Первый игрок имеет право нанести, ну, сделать раскраску, нанести числа. После этого второй игрок может выбрать себе любой из трех кубиков, ну, из трех костей. Вот. После этого первый игрок выбирает любой из двух оставшихся. Вот. После этого они начинают бросать кубики. Вот. Ну, вдвоем бросили, у кого выпало больше, тому тот победил в этом розыгрыше, то есть единичка ему засчитывается. Ну и так они бросают какое-то значимое количество раз, там миллиард. Вот. Если при этом кто-то побеждает больше, опять-таки, на значимое количество раз, вот, значит, он выиграл в игре. Если это невозможно различить, вот, значит, ничья. Вот. Теперь еще раз повторю установку. Оба игрока у нас идеально умные. Вот, действуют в своих интересах, вот, и действуют в этих интересах максимально разумно. Да. Вот. Вопрос. Кто победит в такой игре? Образом нанесены числа очень умным человеком, то кости будут неравномерными. Так. И тот, кто выбрал кость как с наибольшей величиной, тот он и победит, естественно. Но первый выбирает второй игрок. Он у нас тоже идеально умный, то есть он тогда победит. Да. Хорошо. В том-то фокус, что двое идеально умных, правильно? А соответственно, кости будут равномерны и будет ничья.
Да, то есть тогда идеально умный первый должен нанести раскраску так, чтобы кубики были равнозначны, и тогда выиграть нельзя будет, да? То есть... Это только если он захочет нанести раскраску так, чтобы кубики были равнозначны. Но я думаю, что он придумает, что один будет, ну, они будут разные. Ну, нет, все-таки скорее будет ничья, потому что первый игрок не может раскрасить кубики так, чтобы они, ну, чтобы какой-то кубик выделялся, иначе второй игрок его выберет. Просто подсуммировать для каждого кубика сумму. Какая максимальная? Просто сумма граней. Получится, если получится одинаковые три числа, то будет, то вот, значит, случайным образом кидаться и будет в итоге. А если какая-то из костей будет больше, то второй игрок ее выберет и будет ее бросать, и будет иметь больше, чем другой. Ну, есть, по-моему, достаточно простое решение, чтобы сделать идеальную ничью. У нас 18 чисел. И расположить их попартно на противоположных гранях кубика. 1 – 18, 2 – 17, 3 – 16. В каждом случае у нас в сумме получается 19. Да? И в таком случае у нас на всех трех кубиках будет всегда, сколько бы их ни кидали, с вероятностью оно все равно будет выходить одинаковое число. Хорошо, то есть я еще раз, вот как вы предлагаете? Попарно разместить 1, 18, 2, 17. А, 1, 18 сюда, да? Да, в паре. 1, 18, 2, 17. 17. Ну и тогда 9, 9. 16. Ну, да. Давайте тогда сделаем. Значит, здесь у нас дальше будет 4, сколько? 15, да? Да. 5. 14, 6, 13, дальше 7, 12, 8, так, 11, да. И 9, 10, да? Да. Вот. 9. Если вы имеете в виду, что если мы посчитаем теперь сумму граней, да? Нет, ну вот попарно разместить их друг напротив друга. Каждая пара на противоположной стороне кубика. Так, имеет, допустим, да, то есть противоположные грани кубиков имеют одинаковую сумму. Так. В таком случае, если мы достаточно много будем выбрасывать, то у нас сумма средняя должна получаться одинаковой для всех трех костей. И тогда это будет, ну, ничья. Да. Вот. Ну и более того, на самом деле сумма граней тогда получается всех кубиков, она тоже совпадает, да? Да. Ну, на всякий случай давайте здесь проверим. 5, 12, 24 и 33, 57 вроде как, да? 57. 7, 15, 26, 40, да, 57. Да, ну здесь тоже 57. Вот. Ну, или если применять такой термин, как матожидание, да, вот, то матожидание, ну, это матожидание просто среднее, да, мы 57 поделим на 6 граней, вот, и получим, сколько в среднем выпадает, вот, матожидание у всех одинаково. Хорошо. А только один кидает, и другой кидает одновременно, и вопрос о том, у кого из них больше вот на данный раз, а не в сумме за много раз. Конечно, они бросают. Вот у кого больше, тот победил. Ну там же написано значимое число раз. А дальше они бросают миллиард раз. Но прежде чем миллиард раз бросить, они один раз сравнивают между собой. Ну, это как раз способ понять, вот, что, действительно, что произойдет после миллиарда раз. Вот. То есть, если матожидание у каждого кубика одно и то же, да, то вот, мы вроде как можем сделать вывод, что будет ничья. Так, то есть, мы приходим к чему? Что будет ничья? Сейчас, нет, ну мне кажется, что ничьи не будет, потому что если сделать один кубик более выгодным, так, то второй игрок его выберет. Да. Так вот поэтому не надо так делать. Поэтому и ничья. Так
Я об этом говорю, что нельзя делать один кубик более выгодным. Хорошо. То есть ничья? Да. Ну, давайте тогда итог подвести, значит. Вот я напишу выигрыш первого, выигрыш второго, ничья. Так, ну, кто за ничью? Раз, два. Ну, я предлагаю всем определиться. Вот, за что-нибудь. Вот. Раз, два. Юра, ты за ничью? Я не беру участие в голосованиях на таких тестах. Дослідження має бути, а не голосування. Вот, нет, у нас все равно будет математика, а не демократия. Вот, мы сейчас к чему-то придем. Хорошо, кто за выигрыш первого? Никто не верит первого. А за выигрыш второго? Двое. Значит, у нас... Два за ничью, два за выигрыш. Все остальные воздерживаются от оценки? Все остальные за научный подход. Научный подход. Это не... Научная истина не решается голосованием. Вот Леша что-то хочет сказать. Ну, смотрите. Это больше такие мысли, вот, в общем, которые на грани интуиции. Почему я выбираю второго? Потому что у него есть преимущество выбора. И ему, как с моей точки зрения, лучше взять тот кубик, на котором нет единиц. Потому что всегда может быть такая вероятность выпадения наименьшего числа на кубике. И получается, при такой вероятности выпадения выиграет тот, у которого наименьшее число больше. Ну смотрите, все равно же есть среднее число. Вот. И то, что кому-то принадлежит единичка, кому-то 18, вот, здесь не так важно, потому что все равно есть усреднение. Кстати, если пара 1-18, то тогда это будет работать и в другую сторону. Ну, кстати говоря, да. Кстати говоря, да. Все действительно симметрично, да. Я научусь его кидать так, что у меня 18 будет выпадать максимально часто. Фактор броска мы исключаем. То есть, например, там взять 18 наверх и вот так вот его просто опустить, и так мы не бросаем. Вот. То есть бросок случайный. Тут именно речь идет о вероятности. Ну, допустим, бросать будешь не ты, а кто-то за ним. Ну, не в пользу ничьи, говорит то, что я вначале пообещал, что задачка будет интересная и поучительная. Вот, да, иначе было бы слишком просто. Вот. Ну вот, у меня есть кубики, я сейчас предлагаю немножко поиграть. Вот. А прежде чем это сделать, вот смотрите, я предлагаю вот что еще обсудить. Матожидание это хорошая, в принципе, оценка кубика, ну, силы кубика, но есть еще лучшее. Еще лучше такая. Вот смотрите, когда мы бросаем два кубика, вот, один может выпасть шестью способами, второй может шестью способами. Тогда всего у нас 36 возможных исходов. Правильно? Вот. Если 36 исходов, и мы знаем наши кубики, то мы можем из этих 36 понять, сколько выигрывает первый, сколько выигрывает второй. Правильно? Вот. Это более тонкая характеристика. Ну, например, для этих кубиков они все равно совпадут. Давайте это проверим. Вот смотрите, например, АБ. Так, единичка проиграет всем. Четверочка выиграет один раз. Семерочка выиграет два раза у двойки и пятерки. 12 выиграет 4 раза. 15 выиграет 1, 2, 3, 4, 5 раз. И 18 выиграет все 6 раз. 1 плюс 2, 3, 7. И плюс 11, 18. То есть у нас соотношение 18, 18. Ну и очевидно, что... Ну, и у Б, и у С, но все остальные соотношения будут тоже 18-18, то есть и по этой характеристике они равны. Вот. Ну, я замечание сделал, теперь предлагаю поиграть. Вот я... Я уже сыграл.
сыграл за первого игрока и нанес некоторую раскраску на кубики. А свет нам включить надо? Нам уже не нужна презентация, нам нужны кубики. Да, презентация нам уже не понадобится. Так, давайте играть. Так. Вот три кубика. Мне нужен партнер. Ну, априори вы не знаете, какой кубик сильнее, поэтому надо пробовать. Угу. Так, вы выбрали желтый. Ну и давайте бросим, например, 20 раз. 1-0. 1-1. 2-1.
На верхнюю часть можно не смотреть. Давайте посмотрим на вот эту часть. Это именно та раскраска, которая нанесена. Это кубик зеленый. Нет, зеленый был 18. Сейчас. Да, 18 был зеленый. Значит, вот это зеленый, вот это желтый, вот это красный. Давайте считать вот эту характеристику, которую мы обсудили до бросания. Вот смотрите, кубик А и Б. Двойка выиграла один раз, два, три. Это выиграло у всех шести. Значит, 9, то же самое, плюс 6, 15, то же самое, плюс 6, 21. То есть А сильнее, чем Б, в соотношении 21 к 15. Теперь Б к С. Проиграл 1, 2, этот выиграл у 5, 7, то же самое 12, то же самое 17, то же самое, здесь 1 был, тоже 21, то есть B выиграл у C. А теперь оказывается, что C выигрывает у A. Давайте сравним. Этот выиграл 3 раза. Это 3, 6, это 3, 9, это 3, 12, это 3, 15, это 6 раз 21. То есть у каждого кубика есть более сильный. Вот, ну если вот что мы получается делали, это у нас С и В, как раз мы бросали. Ну вот 20 бросков не подтвердили значимость этого соотношения, а соотношение на самом деле очень значимое. Да? Если мы переведем в проценты, то это где-то будет там 58 на 42 процента. Вот, то есть оно вполне может. Это прекрасный опыт, который показывает то, что в реальности не всякая вероятность у нас вот так вот воплощается. Как... Мало вероятности в реальности тоже бывает. Да, ну вот это вот об этом же. Да. Ну, после поскольку действительно. Если мы миллиард делаем, то это выиграет. Тогда первый курс это выиграешь. При такой раскладке. Ну что замечательно в этой модели? В этой почему-то такой исход не приходит в голову. Ну, а в итоге у нас побеждает первый, да, игрок, да. Тот, который делает раскраску. Вот. Потому что здесь мы имеем потерю транзитивности, свойства транзитивности. Да? То есть, если я сильнее Васи, вот, а Вася сильнее Пети, то я вроде как должен быть сильнее Пети. Ну, вот. Это камень, ножницы, бумага, кстати. Да, а это ровно как раз тот же принцип, что и в игре камень, ножницы, бумага. Вот. Поскольку мы, как правило, встречаемся, вот, особенно когда с числовыми характеристиками, да, вот, работаем с объектами, обладающими свойством транзитивности, то отказаться от этого свойства весьма непросто. Вот. Оно лежит в основе того, что здесь происходит. Вот. Ну, это одно наблюдение, но второе наблюдение, вот, кто определяет правила, тот и выигрывает. Да? Вот, то есть, кто раскрасил кости, тот и победил. Вот. Хорошо. Ну, на этом, наверное, все, что я хотел сегодня рассказать. Спасибо большое. Вопросы, обсуждения, так сказать, у нас традиционно. Может, кто-то еще... Сейчас давайте только свет включим, чтобы было веселее. Да, Леш. Я все, скажем так, представим, что мы готовимся к важным переговорам, которые состоятся, ну, неважно, завтра, да. Естественно, мы будем готовить презентацию, ставить дикцию и так далее. Но есть ли какой-то алгоритм, как подготовиться к переговорам с точки зрения теории игр? К сожалению, на этот вопрос компетентно не смогу вам ответить, вот никогда не интересовался. Ну, конфликт интересов есть, наверное, так сказать. Если вы можете как-то формализовать вот
ваши варианты действий, вот, возможные ответы на эти действия, вот, возможно, это происходит в несколько ходов, вот, и у вас появляются цепочки, которые превращаются в стратегии. Вот, после этого, если вы можете дать оценку каждому исходу, вот, вот, по каждой цепочке, ну вот, вот тогда вы сможете формально представить это в виде матрицы, вот, дальше просто искать равновесие по Нэшу, вот, так как это будет у вас либо игра с противоположными интересами, либо там не антагонистическая, вот, но насколько это все реалистично, вот, вот это я имел в виду, что здесь я не могу ответить вам. Еще есть вопрос? Сейчас активно используют искусственный интеллект для игры в шашки, в шахматы, в игру Го. А мне интересно, насколько именно теорию игр используют в алгоритмах. В алгоритмах искусственного интеллекта. К сожалению, да. Ну, то есть используют или нет? Понятно. Это вопрос к Максу, который нам никак не сделает лекцию про искусственный интеллект. Еще вопросы есть? Кстати, вот Парето оптимально, это я просто вот еще раз обращаю внимание аудитории насчет того, насколько это интересный момент и насколько, ну, он важный, потому что это понятно, что это лучшее решение, но это наиболее сложно находимое в обществе решения, потому что для этого как бы там же вот еще что важно в дилемме заключенного, чтобы прийти к Парето оптимальному решению, надо отказаться от максимального выигрыша, который, ну, просто нулевой, тебя выпускают на свободу. То есть надо еще как бы вот немножечко поступиться своими интересами. А в жизни бывает очень трудно уговорить партнера по переговорам, что Парето оптимальное решение лучше, чем чисто эгоистическая стратегия. А вот у меня вопрос, можно вот все-таки к Константину Задорожнему? А, да. А вот насколько в эволюционно стабильные стратегии, они выбирают, ну, больше реализуются как равновесие по Нэшу или как Парето оптимальные стратегии? Сейчас я микрофон дам. Ну, учитывая, что, в общем-то, последние миллиарды лет эволюции показывают, что чем больше кооперация и взаимо, так сказать, помощь, тем эффективнее работает, ну и чем сложнее, например, экосистема, чем больше в ней системы они друг с другом взаимосвязаны, тем она стабильнее, то, наверное, все-таки вот Нэш тут проигрывает в биологических системах для большей стабильности. Ну, а кто живет по Нэшу, вымирает раньше. По-моему, чудесно. Если нет больше вопросов, есть, Леш? Еще такой маленький вопрос. То есть, когда мы рассматривали матрицу 2x2, ну, мне с первого раза было довольно тяжело там понять, где находится равновесие Нэша, где равновесие Парето, да? То есть, если мы будем рассматривать более там реалистичный вариант, где у нас матрица будет там, пускай 10 на 10 или больше, уже будет довольно сложно определить, где это равновесие находится. Так вот, есть ли специальные программы или веб-приложения, которые, куда записал все возможные варианты, оно находит вот лучшее решение? Короче, алгоритмизуется ли это? Да, на самом деле это совсем просто, вот, но я решил этого не делать, чтобы не вводить никакие обозначения математические. Вот. Это действительно очень просто. Если решение реализуется в виде чистых стратегий, это будет означать, что в матрице есть так называемая седловая точка. Вот. Ну, геометрическая интерпретация здесь вполне имеет место. Ну, что такое седло? По одному направлению это максимум, да, вот, по другому это минимум. Ну или место встречи туристов и альпинистов. Вот. Здесь все то же самое. Найти ее очень сложно. Ой, очень сложно. Очень просто. Вот. Этот поиск так называемых осторожных или максимальных стратегий. То есть, как мы можем рассуждать вот за первого игрока?
Он говорит, допустим, я применю свою первую стратегию, что может самое плохое со мной случиться? И он идет по первой строке и ищет самое маленькое значение. Самое плохое, что может случиться. И запоминает его. И точно так же идет по всем остальным строкам. То есть, если я применю вторую, третью, четвертую. А дальше смотрит среди этих минимумов, самый большой. И говорит, отлично, тогда я применю вот эту стратегию. Там, где минимум самый большой, вот это будет моя максимальная стратегия. Вот, и запомнил. Теперь то же самое делает второй. Вот. Допустим, мы работаем с матрицей первого игрока, тогда второй, если первый он максимизатор, а второй минимизатор, он идет по своим столбцам. Вот, и смотрит, что со мной хуже всего может случиться, то есть сколько я могу больше всего проиграть. Ищет максимум. Вот. Дальше среди этих максимумов он ходит минимум. Вот. Мы получаем две величины. Вот. Заведомо вот, одна меньше либо равна второй. Если они равны, то это означает, что есть седловая точка, вот, и есть вот то самое решение в чистых стратегиях. Вот. Поэтому оно определяется элементарно. Если мы ищем решение в смешанных стратегиях, то это тоже несложно. Это можно записать в виде некоторой задачи линейного программирования. Вот. А задача линейного программирования, опять-таки, алгоритмов достаточно. Вот. Это все подается решение, поэтому, да, конечно, вы можете компьютеру отдать матрицу, и он вам все расскажет. Ну, и давайте, да, на цій оптимістичній ноті ми закінчимо сьогоднішню лекцію, подякуємо Павлу Бархаєву за те, що він до нас... Подякуємо Павлу Бархаєву за те, що він до нас прийшов, за те, що ця довгоочікувана лекція все ж відбулася, що ми познайомилися з теорією ігор, з основними поняттями, з... Ну, принаймні, уявили собі, як розв'язують ці задачі математики, як шукати рішення, ну, і весело пограли. От. І тому ми зараз переходимо до неформальної частини, поспілкуємося з лектором. І я надаю слово Сергію Петрову для об'яви. Я вам нагадую, що наша наступна лекція з історії, ми будемо говорити про... Португальський тоталітаризм з істориком, кандидатом історичних наук Дмитро Миколенко. І вона відбудеться 9 лютого в цьому ж приміщенні. Так, будь ласка. Шановні друзі, я хочу сказати, що на 30 січня українська Вікіпедія святкуватиме своє 13-річчя, і до цієї дати проводиться вікімарафон. Взяти у якому участь можна як і онлайн з будь-якої точки місця планети, а також на цей час майже 30 містах, містечках та селах України. Зокрема, і у Харкові. У Харкові 28 та 29 січня вікімарафон відбуватиметься з 11 до 16 години у бібліотеці Короленка. Тож, запрошую вас взяти участь у цьому, а для тих, хто дивиться нашу трансляцію із інших міст, можна цю інформацію знайти, бивши у Google «Вікіпедія двокрапка вікімарафон 2017». Дякую. Або просто подивитися в нашій групі, там є об'ява про вікімарафон, і ми розміщуємо. Все, дякую, да, дякую за увагу і до наступних зустрічей.